дежурный осужденный Фролов Алексей Викторович, 65-го года рождения. Статья 102, пункты ГЗ. Да, я должен был получить высшую меру. Ну и что, и жить так не хочется? Нет. Или хочется? Нет. Если бы был выбор, я бы выбрал смертную казнь. Все под одно в отделе. Да. Ну, в принципе, это же... Вот рядом.